Желаю успехов, Макс Вехов. Покупай на Firstory, продавай на Firstory. Вот я получил диск от своего коллеги. Давно с ним сотрудничаю, я ему продавал, и я у него покупаю. Вот купил Дес Лепрози себе. Альбомчик на лицензии, на фоно. И Slayer взял Hell Awaits. Может быть себе, может быть на продажу, не знаю, посмотрим. Вот. Если покатит, то буду себе ставлю. А это на Фростере его ник Неоатеист. О. Вот. Ну вот, посылочка запакованная, как всегда. Изящно, со вкусом. Два диска тут. Отлично. Так, все, вскрываем, что тут рассусоливать. Вскрытие покажет. Autopsy of Premise. CD Death Leprosy. Так, ну, вот так, как обычно. Я продал Leprosy свой. Кстати, тоже у него покупал. Вот, покупал тоже себе у него диск. Вот, запечатано так, что долго распечатывать буду. Что, специально так запечатал? Зачем так сильно? Лучше в коробке было бы. Ну, ладно. В принципе, то мне так показалось, что долго буду мучиться. Не, сейчас все просто, я спец. Как говорится, вскрытие покажет. Сейчас вскроем эту консервную банку. О! О, элементарно, как говорил Ватсон, да? Ну вот, нормально как раз. Я в этой коробочке что-то отправлю людям. Вот. Правда, надо было положить между эту штучку дисками. Ох, ничего себе. Как все запутано, а? Где тут что вскрывать? Это лабиринт какой-то прямо. Так, ну, наверное, вот тут сейчас скроем. Вот. А, играет это мой проект Torn Apart 2014 года. Состав 2013-2014. Да. Или 2014-2015. А, не помню. Какой. Короче, те годы, блин. О, наконец-то у меня этот альбомчик есть. Правда, ну, как бы, а что, нормально сделано, что. Фоно. Коробочка, конечно, не ахти, честно говоря. Ну да, оно, конечно, и свет не такой, как на копии. Диск идеальный. Фоно. Вот. Буклетик. Тоже нормальный, чё. Буклетик. В хорошем состоянии, что новый, можно сказать, вот 8-страничный, 1, 2, 3, 4, ну да, 4×2, 8, 8-страничный буклет, вот, Чак Шульдинер молодой, да, вообще, тут они какие-то, ну что, нормально сделано, как раз тут сколько, 8 песен. Вот. Без коробки, ой, в этом как его, без этого, без кулечка. За такую цену можно было бы и в кулечке, конечно. Вот, честно говоря.
Ну, а это да, тут. Так, і що у нас тут маємо? О, тут 7 пісен. Слеє. Дріло Ламберда. І комбат. Копія комбат, що? Чи що це? О, от це хорошо, молодець. Плюс. Коробочка теж хороша. Диск теж ідеальний. А, так це копія комбат, що, да? Нормально, хоровець. Ну, тут диск немного, это залапанный какой-то немножко. Ну, в принципе, альбом такой, не знаю, второйчик какой. У меня, я и люблю первые альбомы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну да, все. Тексты все есть. В принципе, нормальное оформление еще, как в комбате. Копия фирменного издания на Combat, вот, Combat, Combat Records. Что нормально, логотип Slayer, да. Ну вот, так что рекомендую покупать. Вы меня покупайте, мой ник Warhol. Вот, и у меня атеиста тоже покупайте. Вот, два диска. Ну вот. Коллекция мне как раз не доставила этот альбом. Если на фирме его заказывать я не хочу, сейчас говорю, мне не очень нравится. Мне нравится 90-й, 91-й, 93-й, 95-й, 98-й. Эти так себе. Эти не очень. На фирме у меня, в принципе, надо 90 еще купить, 91. О. И все будет такие, да? Да. И все окей, да. Все. Всем пока-пока. Желаю успехов, Макс Веха. Подписывайся на мой канал. Мне нужны подписчики, подписчики, подписчики. Канал... на канале отменена монетизация, потому что подписчиков всего 76, по-моему, а надо 1000. Так что подписывайся, поддержи мой проект. Вот. Буду делать шоу интересные. Все, пока-пока.